Есенинская энциклопедия – одно из самых ярких презентованных в Горьковской библиотеке изданий. Первый выпуск вышел в свет к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Он посвящен памятным местам и литературным топонимам великого поэта. Над проектом работали сотрудники Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и Института мировой литературы имени Горького РАН. Может быть, с сегодняшнего дня начнется новая традиция – Дни Есенинской книги в России. Это может быть делом и библиотек, и музеев, и университетов. И в очередной раз покажет нам то, что имя Есенина объединяет нас всех в любви к нашей великой родине. То книжное богатство, которое мы сегодня представим, действительно уникально. Это будет порядка 10, а может быть и более, изданий. Еще одна уникальная книга – репринтное издание сборника Сергея Есенина «Телец». В нем можно прочесть стихи поэта в первоначальной редакции. Например, известная строка «Счастлив, кто жизнь свою украсил бродяжной палкой с умой» в первоначальной редакции звучит как «Счастлив, кто жизнь свою украсил трудом земного бытия». Она прекрасна тем, что сохраняет аромат, полиграфическое качество, образ страниц, и даже орфографию и пунктуацию со всеми неизбежными оплошностями, которые были допущены тогда еще в процессе подготовки книги к изданию. И в результате иллюстрации, подготовленные другом Есенина, художником и машинистом по своим эстетическим взглядам Борисом Эрдманом, эта книга увидела свет. Во время презентации печатных изданий Борис Иогансен отметил, что за последние несколько лет музей-заповедник выпустил десятки изданий на широкую есенинскую тему. Это и каталоги, и альбомы, и журналы, и стихи Сергея Александровича Есенина. И за последние годы музей-заповедник сделал много таких серьезных шагов вперед в своем развитии. Но вот я бы хотел рассказать о том, что поскольку выставки из музея-заповедника проходят в десятках регионов нашей страны и за рубежом, мы представляем не только предметы из фондового собрания нашей организации, но и популяризируем есенинское слово самым широким образом. И самое главное, что не только знакомим наших гостей с творчеством Сергея Александровича Есенина, но и видим обратную реакцию, а она, как правило, самая положительная. Государственный музей-заповедник Сергея Есенина и библиотека Горького продолжает тесно сотрудничать. Во время презентации изданий Борис Иогансен преподнес подарок Горьковской библиотеке – маску Горького, сделанную профессиональным скульптором. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».